В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела МВД Лесозаводский, получены сведения о том, что группа жителей Лесозаводска планирует заняться распространением фальшивых банкнот Банка России. Местом сбыта подделок был выбран торговый центр, а также находящийся неподалеку алкомаркет. 52-летняя женщина лично и при помощи своего знакомого рассчитывала за покупку поддельными 5000-ными купюрами. Один из приятелей злоумышленницы пытался расплатиться фальшивкой в кафе, но персонал заведения проявил бдительность и вызвал полицию. До прибытия правоохранителей мужчина съел поддельную купюру, чтобы скрыть улики. Следователям совместно с оперативниками экономической безопасности при поддержке отряда «Гром» проведены обыски и следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление или сбыт поддельных денег». В ходе следственных действий задержана жительница Лесозаводска. Женщина дала признательные показания. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Олег Завьялов, новости на Восьмом.